Я приветствую вас, мои зрители, мои подписчики и гости канала. Рад видеть вас на моем канале. Давайте бегло осмотрим интерьер кабины. Поехали, доставим наш груз заказчику. Американский грузовик. Тягач классической капотной компоновки с кабиной, расположенной за двигателем двумя ведущими осями, сохранил внешний вид грузовиков, выпускавшихся с 60-х годов. Двигатель на моем грузовике имеет мощность 300 лошадиных сил, это мод, имеющий собственные звуки. Еще я добавил модификации внешнего вида. Установил хромированный обвес и колесные диски. Ссылки на моды я оставлю в описании под видео. Предназначен для насыпных грузов и имеет нижнюю разгрузку. Прицеп трехосный с одной подъемной осью, управляемых осей в данной комплектации не предусмотрено. Имеющихся в игре рулевых колес и добавили новые. Теперь у игроков есть возможность выбирать более чем 50 рулевых колес. Я просмотрел все рулевые колеса и скажу вам, что есть довольно интересные варианты дизайна. Оставляйте комментарии, что вы думаете по этому поводу. Очень будет интересно узнать ваше мнение. Заранее благодарю вас.
есть гости канала. Оцените, пожалуйста, в комментариях, как вам звук двигателя и выхлопной системы. Сегодня солнечный день. Нравится мне такая летняя погода. Небо чистое и ясное, красивые облака. День не душный, можно открыть окна и не пользоваться кондиционером. Просто прекрасная погода. Вспомнил я одну важную мелочь. Давно у меня на канале не выходило видео с перевозкой негабаритного тяжеловесного груза. Надо, наверное, следующее видео снять на такую тему. Может, даже с сопровождением спецмашин и полицейскими. Пороюсь у себя в гаражах, найду подходящий четырехосный грузовик и, наверное, запилю видео на такую тему.
шансов, так много знаков «стоп». Теперь я понимаю, почему они всегда опаздывают. Осталось только красиво припарковаться на разгрузочную площадку. Спасибо вам, мои подписчики и гости канала, за то, что уделили внимание моему видео. Благодарю за лайки и комментарии. В ближайшее время увидимся на моих новых видео. Всего хорошего. Бай-бай.